И сейчас мы посмотрим, какое наказание назначит судья. Мяч в ворота, рикошетом от голкипера. Блестящая атака привела к не менее великолепному голу. Очень красивый удар. Такие мячи служат украшением любого матча. Невероятный удар. И по силе, и по точности такие не берутся. А вот еще один повтор, на этот раз с другого ракурса.